И к другим темам. Движение по Отчетной стороне улицы Кулагина от проспекта Калинина до проспекта Ленина перекроют на месяц. Это связано с тем, что в районе продолжается строительство канализационного коллектора. Планируем эти работы завершить к 14 июля текущего года и, соответственно, после этого выполнить полностью все мероприятия по благоустройству, восстановление асфальтового покрытия проспекта Калинина. Это строительство важно для развития инфраструктуры Барнаула. Благодаря работе канализационного водоснабжения коллектора, водоснабжение и водоотведение в 4 районах города будет бесперебойным. Стоимость коммунального объекта больше 100 миллионов рублей. Работы проводятся на средства Барнаульского водоканала, и первый этап строительства уже закончен. Сейчас начался второй. Запустить коллектор планируется в начале августа.